В воскресенье 22 февраля «Энергия» провела очередную домашнюю встречу в рамках первенства премьер-лиги. С соперником красноярской команды «Енисей» наши баскетболистки не так давно уже встречались на их площадке и одержали победу. Так что на домашнюю встречу игроки и тренерский штаб «Энергии» возлагали большие надежды. Мы же выиграли в Красноярске. Просто сейчас «Енисей», вы сами, наверное, видите, в очень хорошей форме находится. Наверное, все решит вот это вот хладнокровие. Хладнокровнее оказались соперницы. С первых минут встречи они взяли инициативу в свои руки. Ивановки пытались отыграться, но безуспешно. Подводила и меткость, и слаженность действий команды. Уже к середине матча гости увеличили отрыв до 12 очков. Причину неудач на площадке спортивный директор «Энергии» увидел в чрезмерном желании наших баскетболисток победить. Девчонки стараются, но не выполняют то, что мы просили. Прежде всего претензии в защите. Очень много проигрывают один в один. Не успевают помогать друг другу, мало разговаривают, из-за этого соперники получают преимущество. Основная претензия – игра в защите. Правда, во второй половине вот уже выровняли, но концовку снова проиграли. Итог встречи 64-79 в пользу «Енисея». Обидное домашнее поражение, к счастью, на ситуацию в турнирной таблице не повлияло. «Энергия» уже попала в плей-офф, а значит, одна из задач, поставленных на сезон, выполнена. Остается достойно выступить в плей-офф и занять как можно более высокое место. Наталья Гутарина, Андрей Семиволков, РТВ «Иваново».